И горчане, желающие принять свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, смогут стать участниками школы замещающих родителей. Она пройдет в Ханты-Мансийске с 9 октября по 9 декабря. И вот подробности обсудим с Ларисой Беловой, психологом Центра социальной помощи семье и детям «Вега». Доброе утро. Лариса Андреевна, ну расскажите, 9 октября стартует школа, да. Но заявки уже принимаются. Да. Когда и до какого времени они будут приниматься? Весь сентябрь, сейчас уже идет прием заявок, и включительно весь сентябрь, ну, в принципе, еще первые числа октября. Но есть уже заявки, поступившие на конкурс? Да, конечно. Это новые семьи или уже семьи проверенные, участвующие в этом конкурсе? В этой школе. Это все новые семьи, потому что семьи, которые имеют опыт воспитания детей, они не обязательно проходят данную программу. Вообще программа существует с 2012 года, и как раз для тех, кто впервые решил принять свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Ларис, скажите, а чему учат родители в учат в школе? Ну, прям как школа. Мы рассказываем. Вообще школа состоит из трех блоков. Это юридический, где рассказываются все основы. Психолого-педагогический, здесь мы разбираем этапы развития, вообще особенности таких деток. И медицинский, ну, это общая основа ухода за детьми, потому что часто приходят усыновители, у которых вообще нет опыта воспитания детей. Угу, то есть вот буквально молодые родители, да? Хорошо. Да. Если это школа, подразумевает ли она в себе какие-то сдачи экзаменов? Конечно. У нас есть промежуточные аттестации после каждого блока. И вообще вся школа заканчивается итоговой аттестацией, после которой получают свидетельство. Свидетельство у нас всероссийского образца, и оно действует на территории всей России. Ну что это за свидетельство? Свидетельство, что ты можешь являться замещающей семьей? О прохождении подготовки, да, что вы прошли обязательную программу подготовки. Но все-таки стоит ли пугаться того, что это экзамены, это какая-то сдача, и вот сейчас это отпугнет, может быть? Ну, вообще кандидаты очень пугаются, но комиссия у нас объективная, и комиссия всегда на стороне кандидата. Но если уж заговорили тогда о комиссии, кто входит в состав именно Ареопага? Председатель нашей комиссии – это директор учреждения. Обязательно присутствуют представители управления опеки, попечительства, специалисты центра и уже действующие приемные семьи. Кто-нибудь из представителей всегда есть у нас на комиссии. Ларис, подскажите, а вот о чем лекции вообще проходят? Что должны знать замещающие родители? Все прежде чем знать. Взять ну, то есть вот хотя бы занавески приоткроете, да, вот базис. Ну, первое, это, конечно, этапы развития ребенка в семье, вообще этапы развития человека. Вот я уже говорила о особенности детей, которые остались без попечения, психологические особенности. Ну и нормативная вся документация, на основании чего можно взять ребенка. Про тайну усыновления мы рассказываем. Ну, в общем, это то есть это вообще трудоемкие процессы, вот именно замещающей семьи, чтобы взять себе на попечение ребенка. Но это непростой процесс, потому что мы решаем семью не просто, не семью, а жизнь не просто кого-то, это ребенок. Это не так просто, но и это все решаем. Хорошо, тогда вот с точки зрения психологии, на ваш взгляд, ребенку нужно говорить, что это вот его замещающие родители? Вообще психологи рекомендуют. Но здесь разные формы. Нужно сказать, что есть усыновление, есть опека, попечительство, есть приемная семья. И понятно, что возраст будет влиять. Если ребенка взяли в возрасте уже осознанном, то он будет понимать, что это не его родители. Специфика города тоже влияет, у нас очень маленький город, но вообще лучше сказать, но мы не можем никого заставить, рекомендуем, чтобы родители сами объяснили, что да, бывает такая ситуация в жизни, что не у всех. И вот, ну то есть все-таки это разная форма, вот вы сейчас говорили по поводу опеки, усыновления, замещающих, да. А в чем разница? Усыновление, это приравнивается к кровным детям, то есть сохраняется тайна. Вы можете, если ребенок до года, поменять фамилию, имя, отчество, даже дату рождения сменить. Выдается документ о том, что это ваш ребенок, и никто из близких родственников не знает вообще про этого ребенка, дальнейшую судьбу, ну, из семьи кровной. Опека и попечительство. Опека до 14 лет, попечительство до 18 лет.
Ну, здесь нюанс в том, что вы можете взять ребенка на опеку, а потом родители решили восстановиться в правах, и они имеют полное право забрать ребенка из семьи, ну, из приемной. А приемная семья — это семья, которая работает по договору с управлением опеки. И в случае, если, например, есть ребенок, но некуда его поместить, то приемная семья, она не может отказать, она принимает ребенка к себе. Угу. Может быть, на месяц, а может быть, он проживет там очень долго. Хорошо, ну вот все те, кто задумался сейчас о таком важном и благом деле, да, чтобы пройти вашу школу, куда нести заявки, куда отправлять, куда бежать? Центр социальной помощи семье и детям, Светлая, 65, первый этаж, 104 кабинет. Ну, либо по телефону по нашему. Он сейчас, кстати, на наших экранах. Да. Ну, а так, в принципе, это все. Приходите, мы все тут же заполняем. Ну, можно прийти на консультацию. В случае, если человек передумал, у нас может кандидат передумать вообще в процессе школы. И это тоже нормально, лучше сейчас. То есть ему все расскажут, все покажут. Конечно, конечно. И какие-то сомнения его или страхи развеют. У нас есть часы консультации, и по прохождению школы кандидат может попросить личную консультацию, и мы с ним разбираем, какие проблемы, что возникло. Спасибо огромное за такой подробный рассказ, подробный расклад данной проблемы. Ну что же, все в школу замещающих семей. Вам спасибо огромное. С вами же мы не прощаемся. Спасибо. Увидимся через мгновение.